Сейчас мы находимся рядом с кафешкой, где делают малатан. Пока это самый вкусный малатан во всем городе, который можно попробовать. Адрес вы сможете найти в описании. Это не реклама. Так что давайте зайдем, посмотрим, что это из себя представляет. В общем, идея такая. Вот здесь находятся различные продукты. Мы их наваливаем вот в такую вот штуку. Налаживаем на свой выбор, что хотим. То есть это могут быть овощи, тофу. Это может быть различная лапша. Вот сейчас можно положить немножко морковки, картошки. Это я не знаю, что такое. Ну, видимо, что-то вкусное. Вот тофу. Они бегают, налаживают это для доставки. То есть здесь есть различные службы доставки, где они подписаны. И, соответственно, люди могут заказать еду себе в офис, либо домой, либо еще куда-то. Здесь есть различные типы мяса. Начинается с обычного мяса, рыба. Ну, я думаю, этого достаточно. Пойдем заказывать суп. Сейчас происходит взвешивание, и они скажут, какая сумма примерно будет у меня сейчас. Ну, в общем, какая сумма у меня сейчас выйдет. Я сейчас заказал наиболее острый вариант, но здесь он реально очень-очень острый, как бы он обжигает полностью губы и желудок, и горло, и не все его могут съесть. Вот сейчас оплата идет при помощи WeChat Pay, и мне просто нужно будет прислонить телефон с QR-кодом сюда. Вот и все, теперь ждем. Вот сейчас сзади находится множество доставщиков, большая часть у них ушло, но вот сейчас скоро время обеда, и вот здесь постоянно доставщики носятся, вот еще один прошел, там двое, и вот сейчас время обеда, и вот доставщики приезжают сюда, забирают еду и начинают развозить по району. Здесь есть несколько таких сервисов, один из них принадлежит Alibaba, второй Baidu, третий Tencent, и они немножко отличаются по сервису, скорости доставки, но в принципе рестораны там почти везде одинаковые. Суп вкусный, насыщенный, такой, я не знаю, густоватый, ну, очень приятный на вкус, но немного острый. То есть, если всю эту тарелку съесть, во рту будет очень сильно жечь. Вот так. В принципе, штука сытная, особенно когда холодно, вообще замечательная вещь. В супе здесь картошка. Самая обычная, нарезанная кусочками. Это вроде как редька, но я сейчас не уверен, что это именно. Да, гусиное мясо, морковка. Давай, скажи, как твое впечатление в плане... Остроты. Остроты и вообще вкуса. Ну, остро пока средний, а так прикольно. Ну, попробуй чисто бульон. Да, мы сюда ради бульона пришли. Островато уже чувствуется. Бульон чувствуется зачетный, но непривычно, что очень остро. Такие заведения хорошо могут на напитках поднимать денег. Потому что первое, что приходит на ум, это взять бы еще попить. Колу? Или молока? Да, что-то вот из этой серии. Ну, прикольно. То есть, знаешь, вот от васаби в бане, когда мы ходили, там у тебя ощущение такого жжения адового, что тебя охота его сразу перебить. А тут такое что-то приятное. Это самое, благородная перчинка, вот, благородный перец. Ну, вот такое вот видео небольшое получилось. На самом деле, сейчас это видео сделано просто проходным. Нету времени сидеть заниматься монтажом, очень много работы. Плюс у меня появляются мысли в том, что было бы неплохо куда-нибудь в более интересное место съездить, но пока я вот не знаю, ничего пока не получается из-за объема работы, который имеется сейчас. Плюс все немножко поддостало.
Ну, просто Китай действительно утомляет, и от Китая периодически нужно как-то отдыхать и куда-то ездить или куда-то выбираться. А я долгое время находился преимущественно в Гуанчжоу. И вот охота все-таки куда-нибудь съездить и просто полежать в тишине, в спокойствии, потому что здесь огромное количество людей. Но при этом это огромное количество людей дает определенные плюсы, так как в Гуанчжоу очень-очень много совершенно разных вещей, разных людей, разных кухонь. И, например, кухня юга отличается от кухни севера диаметрально противоположно. И зачастую бывает так, что южане не всегда могут есть северную кухню, а северяне не всегда могут есть южную кухню или, как минимум, не очень любят. Северная кухня, она больше богата мясом, она более такая, ну, по вкусу она как наша почти что. Южная, она более такая специфическая, и описать ее даже невозможно ни с какой другой кухней, ни с кухней Юго-Восточной Азии, хотя есть определенные нотки, но все равно очень сильно отличается от той же кухни в Таиланде, Малайзии, Вьетнаме и других стран. Какая-то кантонийская кухня, она своеобразная. А малатан, я вот честно не знаю, кому она принадлежит, но нашему человеку, наверное, малатан будет по вкусу, потому что очень-очень интересное место. Но нужно учитывать такой момент, то, что в разных местах, в разных магазинчиках, разных шопах и готовят немножко по-разному. То есть в одном месте могут готовить такой рецептурой, в другом месте с другой. Вот тот малатан, который я показал вот в этом видео, вон там рецептура мне идеально зашла. Я был в других малатанах, и, представляете, было два малатана, где у меня была изжога. Это вообще ненормально. То есть я как бы ем абсолютно любую еду, я спокойно к этому отношусь. И, в принципе, ну, я люблю поесть. Ну, как-то так. Надеюсь, данное видео как-то понравилось, было полезно. Как добраться до именно этого магазинчика, я оставлю в описании. Сможете, если будете в Гуанчжоу или живете в Гуанчжоу, то заскочить. Реально очень вкусно и как бы необычно. И вот реально, это самый вкусный малатан, который пока я пробовал в Гуанчжоу.